Йоги, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Fallen Angel, либо Падший Ангел, или Fallen Angel, Падение Ангел, не? Не Ангел? Короче, давайте быстренько с вами пролетим, я не хочу просто их заново убивать. Так, а сюда мы не ходили. Все, я понял. Можно будет следующее замедление взять. Ну ты и тварь меткий. Кинул, бросил, хуебрак, готово. Опа, походу здесь будет сейчас босс здоровый робот. Хилочки я закупился. Здоровую, до хера здоровых роботов. Ладно. Небесный титан. Тихо, что-то жестко. Воу. Пожалуйста, на один урон. Знаете, вот мне не нравится, вот, допустим, я умер, да? Перед этим я, допустим, нашел что-то имбовое. Мне придется постоянно бегать за этой имбовой вещью. Это так бесит. Но, блин, мы... Еще не ультовали на него, мы его просто... Я тогда сразу заюзаю этот. Сначала на него используем этот, как он называется. Так, что мне там дали? Сердце какое-то. Так, сердце бездны. Стрелковое оружие с некоторой вероятностью, восполняющие патроны боеприпаса. Короче, стреляешь, оно восстанавливает боеприпас обратно. Если Господь создал все сущее, то кто создал все то, чего не существует? В натуре. Минус робот. Ну, вы поняли. И ульт... Сколько у меня, блядь, потратилось? Ярости. Пока у меня замедление времени, ярость вообще не забирается. Самураем там походить, поискать вещи. Блин, и здесь я хочу сейчас сгонять в библиотеку. В библиотеке полазить, поискать еще что-нибудь.
есть там проход. Ой. Тут проход есть. Ну нам уже денег очень мало дают. Хлоп, 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 хлоп. Идите в сраку. Адский змей. Огонь с дальней дистанции при небольшой скорости стрельности. Осмотреть. Легко пронзает противников насквозь. А, подожди, поэтому он и змей называется адский змей, потому что он как луч, наверное, работает. Так. Да, выносливость мне бы приходилось тоже. Я ищу камень. А, стой, здесь уже камень прокачки мы нашли, точняк. Ну, посрать. Вдруг еще что-то найдем. Территория большая. Ай, о, если экран удалится, значит что-то тут найдется. Не, ничего не нашлось. Так, мы вернулись в библиотеку. Давайте в левую часть. То мы в правую ходили? Да? А, не, правильно, мы в эту часть ходили. С лифтом. Так, подожди, а что тогда тут? Так, еще хилка. И врата. Неплохо, погнали ко вратам. Data Stretching Archive. Не знаю, что это за место. Ну не, только не с полетами. Чуваки по всей карте летают. Не гоните. Сука, не гоните беса. Ладно, пойдем в левую часть. Где-то там с той стороны подъем. Там просто текстурка. Буду просто прыгать, летать. Все. Я понял. Так, вы запомнили? Мы сейчас летаем только вправо. Фу-фу-фу-фу. Ладно.
Это тяжко так летать. Где сейф? Просто летим отсюда. Куда, и не спрашивайте, я сам не знаю. Фу, Рыжуля. Как твоя ранка гноится? Сука. Слишком много проходов. Отсюда, тупой робот. Когда я куда-то хоть дойду? О, сейф, наконец-то. Где хотя бы нахожусь? Архив структуры данных. Главное, чтобы я по платформам не прыгал. Куда я иду? Куда я вообще лечу? Хер его пойми. Я просто куда-то иду. Куда? Куда глаза глядят? Просто этих роботов здесь немерено. Наконец-то куда-то пришел. Я точно куда-то иду, или я просто по кругу иду? Нет, я куда-то иду. Вот этого ящика не было. Наконец-то, все, все, отстаньте. Дебильные роботы. Так, поехали, фу.
Мерзко. У кошечка прорвала рана. Ой, блядь. Ванизма такая, думаю, что так воняет, это гной. Фош, точно. Серверная Рамила. Погнали. Ну здесь снова по звукам. Так, ну здесь понятно. Мне кажется, что на той территории все-таки еще камень был. Рамель, добро пожаловать, единица. Ты пришел к точности, как я и предсказала. Люцифер, черт побери, что с тобой случилось? Думаешь, ты правда достоин божьей мантии? Но я предсказываю, что дам тебе пинка. Я преодолел пределы своего внутреннего я. Скоро я превзойду познание нашего создателя, а ты сейчас умрешь. Воу-воу! Тихо-тихо-тихо. Ну, что за бред? А. Глупец, разве ты не понимаешь, что наделал? Ты всех нас обрек на жестокие ледяные объятия бездны. Плевать. Плевать. Присутствие Архангела утрачено. Помнишь ли ты хоть немного свою былую славу в горных сферах небес? Короче, просто ворачивался и атаковал. Меня сейчас снова на небе. Так, что тут новенькое? Но это еще не открылось. Так, давайте закуплюсь хилками. Походу, они здесь вдвоем. Давай купим 6 хилок. О, добро пожаловать снова. Отдохни. Жалко, что тут нету каких-то мейн-квестов от этих боссов, а просто идти финальному боссу. На один фиг мы будем с вами все равно искать вот эту вот локацию, куда здесь надо было идти. С этим мы разобрались, окей. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.